Всем привет! На связи компания Look Freedom. Сегодня мы с вами рассмотрим проект под названием Green is Good, расположенный по адресу greenisgood24.info. Здесь нам предлагают зарабатывать от 25 тысяч рублей в день на тестировании сайтов. Давайте разберемся, возможно ли это. Система как будто работает с большими корпорациями, которые запускают некие интернет-проекты и тестируют их с помощью этой платформы. Пользовательский интернет-сигнал якобы будет перенаправлен на необходимые сайты, тем самым проверяя их на работоспособность. Естественно, что подобная схема заработка невозможна, потому что тестирование сайтов происходит совершенно по другим принципам, ну и вообще с трудом верится в существование такой платформы. Главная страница сайта не особо информативная. Нас просят придумать логин на текущую сессию и нажать вот на эту кнопку. Давайте проигнорируем требования с введением данных и сразу пройдем дальше. Как видите, платформа это не смущает, и она начинает имитировать процесс оценки нашего трафика. Итак, сервис как будто автоматически провернул все действия, и нам сообщают, что мы заработали 37 599 рублей. Теперь нам необходимо заполнить некую информацию, но нас переводит на страницу, где мы узнаем об истинных мотивах создания этой платформы. Нам сообщают, что для поддержания и развития проекта необходимо перевести 157 рублей. Естественно, эти деньги вносить не нужно, потому что перед нами очередной мошеннический проект. Дальше от вас потребуют только большие суммы, но своего заработка вы здесь так и не увидите. А если вас интересуют реальные методы получения дохода в сети, то лучше проходите на наш сайт. Ссылку на него вы сможете найти в описании под этим роликом. Здесь в рубрике «Проверенные методы» мы собрали для вас сервисы, которые протестированы лично нашими специалистами. Также советуем вам подписаться на наш YouTube-канал, на нашу почтовую рассылку и на нашу группу ВКонтакте. Так вы всегда сможете быть в курсе самых актуальных новостей из мира заработка в сети. Если это видео было для вас полезным, ставьте под ним лайк. А с вами была компания Look Freedom. Всего доброго!